Здорово, дамы и господа, с вами, как обычно, Сони, и это финальная серия по Forza Horizon, ёпта, один ремастеры, так сказать. Как вы видите, господа, мы сейчас едем на чудесном пепелаце Nissan GT-R R34. И неспроста, а с подачи одного из зрителей, я вам говорил, напишите в комментах, на чем вы хотите увидеть финал, на который мы сейчас поедем. И вот, люди писали, возьми R34 и уничтожь этого хрёбаного Дариуса Флинта, господа. И я и взял, и запилил его в R1. И он, я хочу вам сказать, не едет, он, сука, летит. Я очень не завидую Дариусу Флинту, хотя посмотрим, на чем он там будет. Вроде бы как он там на какой-то Феррари будет, там спойлер или что-то. 599-й, чувствительность у него сумасшедшая. Геттер подготовленный, Геттер в R1 классе. Самый быстрый, что доступен в этой игре. Геттер сегодня, я так чувствую, отожжет. Блин, мне даже держичка не хватает. Блин. Слава тебе, господи, что он полноприводный. В принципе, тачка более чем... Да? Жогова, оптимальная. Для финала. Поэтому я надеюсь, что сегодня удастся покарать этого ублюдка. И все, распрощаемся с этим козлом. Кстати, что интересно, за победу предлагают 5 миллионов кредитов. Конечно, жалко, что игра на этом заканчивается, потому что там на самом деле есть интересные машинки. Боком, блин, залетает. Которые можно было бы заценить, и которые стоят реально очень дофигища денег, а... Так, будем иметь в виду, что мы очень широкие. Как-то мы так немножко повреждения получили. Тачка у меня вся в обвесах. Вот такой вот тюнинг от Сончик Ателье, как вы видите. Мы немножко ее подрихтовали. Добавили своего стайлинга. Так, чтоб не как все смотрелись. Вот, и поедем что-то гонять. Я ее перекрасил. Поменял кондочки. Короче, я так основательно... подготовился, чтобы приехать в эту сороковку. Ну, в общем-то, 3,5 километра у нас до точки, до пункта назначения. Дариус Флинт, сука. Куда ты че свежная? Готовься. Это будет твоя последняя гонка. Погнали. Ну что ж, дамы и господа, настал этот момент. Финал. Регистрируемся. Надеюсь, моя тачка подойдет. Значит, победитель получает 5 миллионов кредитов. А если Дариус Флинт еще подгонит свою Феррари, это будет вообще прекрасно, если он таки на Феррари. Да, наша тачка таки канает. 929 рейтинг у моей машинки, у него Феррари может быть и повеселее. На самом деле, эта тачка, в принципе, без свапа мотора, то есть на ее родном РБ, там какой там эфир знает, у 26 или что там, у R34, можно было бы свапнуть, поставить от 35-го Геттера движочек, там B6 уже, и что-то погонять на нем. Но я, короче, решил оставить как есть. Смотрите на характеристики, 10 из 10, мать вашу. Но у того ублюдка все же тачка может быть побыстрее. Плюс полный привод на старте хорошо, поворота хорошо, но на скорости, короче, погнали. Сейчас все узнаем. Так, по сложности у нас все нормуль. Гоночка. Ты много на себя берешь, приятель. Сломаться не боишься? Ага. Всего одна ошибка, ага. И ты в пролете. Ага. Сказки кончились, дружок. Да, и братан. Надейся на победу. Ты думаешь, я так просто уступлю тебе титул? Понеслась. 10-й раз. И мы так оп-оп, бодренько. Дальше оп-оп, вот так вот бодренько, блин, делаем. У этих всяких Феррари и прочих, блин, санин этих. Все потому, что наш Геттер, блин, он точно в слике обутый. Хули ты не управляешься ни черта? Как будто меня в росаву обули какую-то, блин. Пи***ц, что это за резина такая? Что я должен на ручнике заходить в поворот, иначе я, блин, просто никак не захожу. За***ц. А где этот петушара? Вон он. Умчалося. Нахер. Давай, родимая, атакуем теперь. Всех копыт. Прекрасно. Не дадим Флинту улететь. А ну посмотрим, на что способна твоя ведерко напрямой. Ублюдок. Оно способно закрыть траекторию. Вот это вот оно реально способно.
способна хоть чуть-чуть управляться, видимо. Закорчевали, короче, 34-го, и что-то он такое ебанько стал страшное. Вообще не то, что я рассчитывал от него увидеть. Притирочку, блин. Сука, 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 второй круг. Ублюдок, останавливайся. Хоть чуть-чуть разгончика, хоть чуть-чуть, пожалуйста. Мне это сейчас очень надо. Давай, 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 в атаку, в атаку. Подрежем немножко. Поворот винтится, 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 винтится. Пушим нахрен. Дави. Траекторию тормози пораньше. Такие тут законы. Иначе это слив. Круг номер 3. Пока нам везет. Но это вообще не показатель. Потому что пока нам везет, я говорил, сука, раз 5 уже. Как не 10. Потому что вот оно. Тут едва ли это везение не граничит с пи***ом. Я от него даже отъехал. Это феноменально. Я так просто победу не планирую отдавать. Тих-тих-тих, да блядь, то почему тебя закидывают в эту стенку постоянно? Так, опять начинаем наши танцюльки. И вторая. Дрифт корчина. Геттер, сука, встречайте, мать вашу. Сандре. Вклинивайся, вклинивайся. Не, давай, пол. Фух, так, пока что удалось сдержать петушару. А я так подупотел, знаете ли, предпоследний круг. Танцы, танцы. Иди нахер, блядь, оно будет меня под... подбивать еще, блядь. Сука, чекает на всю катушку. Иди нахер. Последний круг. Мне, пацаны, обосраться сейчас нельзя. Вот сейчас просто не надо. Вот не надо. Ох, меня даже на забор не кинуло. Вторую. Не-не-не, только не на забор. Когда кидать на забор, это просто пи***ц. Ты понимаешь, что ты ни черта, блядь, сделать не можешь. Я сказал, подбил меня, сука. Последний круг. Последний, мать его, круг. Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля, давай-давай-давай-давай, нет! Третью, давай, зацепа хоть чуть-чуть. Ты мне так нужно зацепляй, там педаль так продавливаешь, слышу, как там все изгибается. А, бля, 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 спасибо, спасибо. Пацаны. Прям перед финишем. Сука, ублюдок, ну, мать твою. Давай, давай, давай. Я не буду еще раз. Мать ва.
ваши ублюдки. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, нет-нет. Да ну и стыд. Дави. Давай. Ублюдок. Ну нахрен. Я надеюсь, продолжение не будет. Ух ты, получилось! Ты новый чемпион фестиваля! Из грязи в князи. Прекрасная история. И это только начало. Новый чемпион. Он был нам так нужен. Прекрасно. 9 лямов. Всем рано или поздно везет. Но не думаю, что тебя будет вести всегда. Пошел нахер, ублюдок. Блин. Пу на тебя. Тут только перекреститься остается, пацаны. А подожди-ка. Ах ты ж сучина. Гребаный ты хрен собачий. Как я тебя, сука, ненавижу. Я уж думал, что все закончилось. Но нихерашеньки. Пососи пока лапу. Пока прямая, полный привод решает. Но проблема в том, что этот полный привод тут совершенно не в адеквате. Машина нестабильная. Вообще нет держака. Вроде бы куча обвесов, но они ни черта не работают. Короче, ветер в худшем его представлении. Но он, в принципе, и не должен ехать 360, как бы, да? В принципе, это очевидно. А он ехал. Знаете ли, скажу я вам, однако. Отлично, давай, безошибочно постараемся. Тихо-тихо, пошире. Вот в эту полосу. Так, где этот, трафик, от которого трафик просто... Ты его видишь, у тебя паника, потому что нихера нельзя сделать. Увернуться нереально практически. И шаг все еще тут. Бля-бля-бля. Тихо. Отлично. Приспустил газ и прошел тут. Я уже растартанулся тут разочек. До конца не проехал. Я уже знаю некоторые нюансы. Но сейчас начнется все самое сочное, когда мы съедем с этого шоссе. И этот ишак начнет там меня давить со своей Ferrari. А он начнет. Потому что 599X, видимо, немножко в тюнинге и немножко попизже будет. Так, самую, сука, малость. Чем 34-ка. Ну ладно, 34-ка, сука, это горячо. Любимая нехуя неуправляемая тачка. Не-не-не-не-не-не-не. О-о-о, хорош, залетел. Тихо-тихо-тихо. Гребаный стыд, одна ошибка, еще одна такая ошибка и все. А она будет. Как же, блин, я ж не киборг, извините. Блять! Тормози. Вторая, иди нахер. Третья на выход, давай, утапливаем. Главное этого пососа никуда не пускать. Флинт. Сейчас бы с пиратами гоняться. Карибского моря. Я оттормозился четенько. Так, встречка нафиг. И все ж вот такое, на перепадах высот построено. И все. И пошел танцевать по всей дороге. Этот уже объехал. Мамкин гонщик. Нет, сука. В рот тебе ноги. И шаг. На, поморгай мне, моргало выпали. Врываемся нахрен. Давай, зацеп, стыд, видишь, он быстрее в таких моментах. Я ни черта не могу противопоставить. Просто ни черта, улетает. Улетает, мать его. Это встречный, ну ебаный в рот.
Феррари случились проблемы. Сука! Ее пока не видать, но это только лишь пока. Если вы мазохист, то вам точно такой финал понравится. Это просто пи***ц. Просто пи***ц. Почему нельзя было сделать на интересных машинах, а не на самолетах? Гонки, а не полеты. Начинается сейчас самая веселуха. Это все было такое, разминочка. Зацепчик, верни! Надо пушить со всех копыт. Я вообще не понимаю, где этот Флинн потерялся. Меня более чем устраивает, что он позади. Здесь такой китайский рандом. Ребята, тихо! Отвратительная машина. И хуйва гора трафика, от которого ты просто ни черта не можешь увернуться. Или тебе повезет, и его не будет, или тебе не повезет, и ты стабильно или в стенку, или в трафик. Как будто на стоковой резине, отвечаю. Но я проверял, она не стоковая. Тихо, дерганая ты, говно. Закорчеватая. Какое слово вообще есть? Наверное, нет. Вообще. Так, начинается вот это вот. Сука, американские горки заказывали. Они еще и, сука, перестраиваются, пойми. Тихо, только жопа, не улетай в обочину. Я уже переворачивался, блин. Тихо. Бля, как не везет пока. Тихо. Флинта все еще нет с нами. А я точно, я первый, бля. Ребята, у меня в прошлый раз тут так отымел. Видимо, он где-то там и не раз. Давай, родимая, здесь нельзя терять. Здесь самый пи***. Самое неадекватное участок. Боже, как это сложно. Финал Horizon 2 это просто изи. Чисто из-за ебаного маршрута. Хотя у меня там тоже была ебаная тачка на Торетто, блин. 70% уже. Здесь вроде бы полный привод, но он не лучше управляется. Вообще ни черта не лучше. Давайте не будет трафика, встречки не надо. Все, начинается более-менее плюс-минус скоростные участки. Держимся. Знаете, держимся. Может в любой полосе быть говно. Тормози. Тихо, блядь! Да, блядь, первую! Он все еще не приехал, вот это мне фартануло. Не понимаю, как это. Может, он застрял где-то, а я тут... А где этот поц? Он вообще показывается? Это не он часом? Блять, я еду, нервничаю, переживаю, просто, как будто... Как будто, тут жизнь на кону, знаете ли. Руль, просто, эти аркады, это убей, нахуй, свой руль называется. Слава богу, у меня клапспорт. CSL бы элит уже бы сказал бы, вот тебе, приехали, братан. Вертеть ты будешь, блядь, кого-то другого, а не меня. Тихо, я все еду всю дорогу, блин, сам. Кажется, таки он не стоит это сильно рассчитывать. Чем дальше, блин. Тихо. Вот тут, блядь, полный газ просто невозможно ехать, блядь. Потому что сцепление не слышал. В то время как этот пи***р почему-то никуда не скользит. Ну, кажется, он залагал. Ну, вот, ну вы понимаете, да, я просто не могу управлять машиной. Я кое-как еду в нужном направлении, но никак не в траектории. Мега-эпический батл тут невозможен. Потому что если это говно... Сука, едет, блядь, в своем темпе, то вот с такими, блядь, вальсами... Ему нихуя нельзя противопоставить. Я не понимаю, что за дичь.
просто в с этого финала. 90%. Давай мы, блядь, уже выползем на шоссе. Это ж, блядь, ебаться. Реально разработчики Forza думают, что, блядь, чем дальше финал, тем надо делать просто ебаные машины и маршруты. Это, блядь, вообще нихера не труд. Если бы мы тут начали бы на адекватных управляемых машинах, на пределе с быстрым ботом, блин, было бы гораздо более труд, чем вот это. Все подходит к концу. Жору не видать, Жора таки, видимо, слился там. И меня это устраивает. Нет, подожди. Не-не-не-не-не, ты шо? Жора тут. Или разложился, или я не знаю, что с ним пошло не так. На тебя, золотая рыбка. Ну вот вы понимаете, блядь, весь пи***ц? Вот вы понимаете, да? Сколько, блядь, надо сделать рестартов, чтобы это проехать? На неуправляемой машине. Кто скажет, ты затюнил ее, да, блядь. Но! Она в топовых шинах, она в топовом всем. Кто хуй она себя так ведет, непонятно. Победа! Из-за вот этого вот говно мне 100 тысяч только дают. Тачку свою отсыпь. Похоже, я должен отдать тебе ключи. Мой спонсор с ума сойдет. Прекрасно. У этого дебила R2 еще и было, не R1. Нет уж, спасибо. Вот теперь точно можно перекреститься и забыть. Слава тебе, Господи, мы это родили. И больше, блядь, никакого вот этого холодца, ни форс-фидбэка. Просто холодец. Просто холодец. Игрушка классная, но под конец что-то, блядь, это невозможно. По крайней мере, на руле. Просто жесть. Наконец-то Хуан Хэ у меня поедет туда, где ему место. В гостиную, нихуй тут ему сидеть в студии. Сюда и обычно можно Хуан поставить вполне себе. Фу, господа, как-то так. Короче, на баге я выехал. Без бага на сложности хардкор это проехать невозможно. Если поставить не хардкор, а среднюю, ниже на ту планку сложности, это до не едет. Короче, как-то так здесь это происходит. Я не знаю, конечно, может быть, есть какой-то особый там болид, который бы ебал этих всех петухов. Но это очень сомнительно, очень сомнительно. Все, ребят, прощаюсь с вами, отстрадал. Че там? Полтора часика, на финалочку ушло, не знаю, может там будет нарезочка, а может нет. Короче, всем спасибо, увидимся с вами в Forza Horizon 4 уже, господа, которая не за горами. Всем пока. Вырываемся нахрен. Ну и где ваши все вот эти вот гипер-трипер-кары? Кушаем так, а у Флинта охренеть его Феррари улетает. Что ж с ним делать? А может въебать его? Неудачно. Или удачно? Сука. Что ж ты думал, что тебе все так... Простите, простите, ОБС, ты там вообще, блин, жизнь, у меня все свернулось. Нет. Сука. Так, хорошо, мой план таков, что я опять его буду выбивать. Иначе я хз, что с ним делать. Успеть бы! У меня есть хороший план, пацаны. Мой план заключается вот в чем. Тихо. Спасибо, блядь. Да ну, блядь, ну где я там зацепился? Ну ебаный стыд. Блядь, ну... Нет, блин! Да ну ебаный стыд! Вот чуть-чуть стабилизируйся, блядь. Да, блядь, тебе все эти обвесы, блядь. И тапки хуй знает какой ширины. Чья Феррари. Сиди там сзади, блин. Сиди сзади, Дави. Как сыкотно здесь. Здесь такой маршрут сумасшедший. Воу! Ну, блядь, управляйся ты! Ты руль, блядь, называется аркады. Вот что это такое, а не гонки. Человеческая хуйня. Можно машину поменять?
Я просто не понимаю, как это проехать вообще можно, блядь!